Дзержинском районе сегодня утром неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. Полицейские разыскивают предположительно автомобиль «Део Нексия», фрагмент номера 04, темного цвета. Авария произошла на улице Краснополянской. Пострадавший мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. Помощь пешеходу оказал проезжавший мимо автомобилист, который довез его до стадиона «Олимпия». Госавтоинспекция разыскивает также и водителя, оказавшего помощь пострадавшему. Телефоны городской ГАИ 93 21 31 93 77 75. Накануне из гостиницы Центрального района города Волгограда у гостя областного центра был похищен сотовый телефон. Под подозрение попал один из постояльцев. Полицейским стала известна марка автомобиля, на котором он передвигался. Ориентировка на задержание машины была передана нарядом полиции, и утром автомобиль был задержан на посту ДПС в Светлоярском районе. Под ковриком инспекторы обнаружили похищенный телефон. В отношении водителя, жителя Уфы, возбуждено уголовное дело. В Новоаннинском районе полицейские разыскивают подозреваемых в краже денег у пенсионерки. В дом 90-летней женщины под предлогом проверки газовой плиты пришли четверо неизвестных. После их ухода потерпевшая обнаружила пропажу крупной суммы денег. Она смогла описать приметы преступников. Это три женщины и мужчина. Одна из мошенниц носит очки, вторая была одета в коричневое пальто, третья – в куртку с меховым воротником, а мужчина – в темную одежду. Полиция просит всех, кому что-либо известно о личностях подозреваемых, обратиться по телефону 02, а также быть бдительными и не впускать в свои дома незнакомцев.